2020 год — это полная пизда. Чё творится? Мы не знаем, как новости делать, потому что каждая вторая новость про коровоминус. На фоне этого апокалипсиса другие новости просто меркнут. Даже правительство США попросило преступников воздержаться от преступлений во время карантина. А недавно Казахстан попросил гуманитарной помощи у России. И знаете, что сделала Россия? Отправила помощь США. А знаете, что сделала США? Отправила помощь Казахстану. А с вами наша постоянная рубрика «Занимательные круговороты». Это так мило отреагировал президент США на помощь от России. Человек, который называет этот вирус китайским, еще и троллит. Из-за этого высказывания один журналист назвал Трампа расистом. Сейчас Трамп вроде перестал называть вирус китайским. Не зря. Но Россия меня, конечно, поразила. Помощь она направляет США. Россия, помоги России! Да, ввели во многих странах запрет на ввоз и вывоз медицинских изделий, но внутри страны-то возить можно. Ладно, как бы ни было, наши страны продолжают друг другу помогать, а кто-то успевает еще и троллить. Главное не ссать, хоть и прижимает. Количество зараженных растет, доллар дорожает, нефть дешевеет, но в Китае уже успешно тестят вакцины. И чтобы пережить этот апокалипсис, не нужно прятаться в бункерах, нужно просто оставаться дома. Ой, да будто вы прям раньше на улице целыми днями гуляли. Поиграйте в компьютерные игры, время пролетает только так. Если соблюдать профилактику и все делать по плану, то вы потолстеете, побледнеете, но зато не заболеете. И тревога ваша будет коротка, как жизнь непривитого ребенка.